Всем привет, ребята, с вами Акул. Ну что, новый ролик по FC25. Сегодня я уже задонатил. Да, куда же без этого, пока на донатном аккаунте. Но скоро я собираюсь еще и бездонатный аккаунт вести. Будем 2 ВЛ-ки в неделю играть. Йоу. Или 2 отбора в неделю. Кто знает. В общем, задонатил 18 тысяч FC-поинтов. Сегодня я чувствую, вчера мы поймали Ямаля. Ну а сегодня мы поймаем, я не знаю кого, Криштиану Роналду. Или Месси, это не дело, они уже, там сколько рейтинг, 8-6, 8-7, ну такое, на Мбаппе ловить сегодня, да. По ссылочке в описании подписывайтесь на мой телеграм-канал, там вся инфа про стримы и много чего интересного. Если ты хочешь приобрести новую FC25, FC-поинтс, монеты, все это можешь приобрести у Дмитрия Ефремова, магазины Дмитрия Ефремова, по ссылочке в описании проходи. Если скажешь, что пришел от меня, получишь скидку в 10%. Дмитрий Ефремов по ссылке в описании. Игры, подписки, FC-поинтс абсолютно на любые платформы. Дмитрий Ефремов по ссылке в описании. Лучший продавец монет FC25. Покупай только надежно. У Дмитрия Ефремова. По ссылке в описании. О, нихуя, что это? Что это? А, это в аренду. Один из пяти в аренду. А это не в аренду. Ну-ка. В аренду, давай, пиздатый. Матео нет, Бруно Фернандес еще можно попробовать. Давай на 5 дней, похуй, возьму у Одегара. Ладно. Вот это другое дело. Холланд, 100% Холланд. Холланд. А где Одегар теперь? В чем прикол? Где Одегар? Только что Одегар был. Ну и ладно, похуй на это Одегар. Похуй, да, я за косарь открою. За косарь, один за косарь, один за 500. Поехали. Это Рауль? Нет? Похож на Рауля. Это реально Рауль, походу. Или нет? Издалека как будто Рауль. Не, Вильяреал это... Это Парехо. Как же похуй всем на Парехо. О, Камовинга. Что-то стоит. О, найс, он вообще не продается. Камовинга. Так, за косарь поинтереснее будет. Поехали. За косарь. Еще один. Ну, трапеция не горит, пизда. ЦЗ. Отаменди. Похож на Отаменди? Нет. Это Ромеро. А, Мартинес. О, кстати! Вот эта карточка дорогая. Блядь, нихуя не стоит, оказывается. Сболтай. А, точно. Точно забыл. Хорошо, сболтать надо. Правильно болтать? Сука. Вот так болтать там. Вот так болтать. Эх, ну пожалуйста, ну. Где створки? Google Pixel. Абердов. Хус. Да, ну эти женщины. Я не хочу видеть женщин. Дайте мне только мужчин, я не хочу видеть женщин. Ой, ебать, Упамекано нет на рынке. Да, реально, Упамекано. Отлично. Упамекано. Ебать он. Ебать у него статки, хотел сказать. Плюс еще дубликат. О, Кевин Де Брюйне. Я не ни разу не видел трапецию. Я хочу увидеть трапецию. Так. Бернардо Сильва. Хорошо. А почему я не видел трапецию? Это волкаут. Волкаут первый за сегодня. Отлично. Бам, как пульсирует красиво. Ебать, Пепе изменился. Че с Пепе, блядь? Че, антисолярий появился? Ас! Солярий себе имеет. Блядь, все, молчу нахуй. Так, за 600 FC Points, поехали. О, опять трапеция, да? Опять вулкаут. Я не понимаю, трапеция, не трапеция, блядь. Ван Дайк. Ван Дайк. Похож? Не, не похож на Ван Дайка. Манчестер Сити. Далих? Я не понимаю, это вулкаут, как? Сейчас пойму.
сейчас пойму. Чекайте, сейчас все пойму, смотри. Вулкаут, это вулкаут! Это вулкаут! ЛЗ, Саудовская Аравия, Португалия, это вулкаут. Это вулкаут. Да, это вулкаут. Жал канцел, блядь, нахуй. Так, ну что-то стоит? О, 50 тысяч. Поехали. Вулкаут, еще один вулкаут. Ой, еще один вулкаут. Женщина теперь. Вулкаут, трапеция вон загорелась. Вулкаут, все, я теперь понимаю. Ебать, как начал понимать, от них вулкауты начали. Эндлер. Эндлер. 8 будет обновление, и там новые паки будут. Так, Юрента. Вот так лучше смотреть. О, нихуя, Юрента дорогой. Чтобы еще на новый промах пооткрывать. Это не вулкаут. Это не вулкаут, но все равно смотрим, прикольно пока анимация. Сити, Аки. Аки, кстати, может неплохо стоить. Да, хорошие статки. Вот он не дешевый. Он точно не квиксел. Блять, квиксел. Я не знаю, да похуй. Блять, трапеция не загорелась. Сап. Ну все, сразу неинтересно, я скипаю. Скипаем. Если трапеции не видим, скипаем. Бранд! Нихуя себе! Да я думаю, да. Эти паки все равно даже поинтереснее, чем. О, трапеция! Ну это женщина. Да. Блять, ну почему женщина? Хотя! Это! Да! Катото! Катото! Отлично! Она может что-то стоит даже? 88. 19. Похуй. Продаст. О! Трапеция! ЛЗ. Франция. О, опять она. Ну ладно, не расстроим. Кто-то она... А, Катото? Или нет, ЛЗ? А, Карачалы! Она дорогая! Она точно дорогая, она пиздец ценится. Да, ты пиздец дорогая. Бля, звучит, конечно. Не, пока оставим. Сами поиграем. Вот это стоит самому поиграть. Ждем еще час 15. А, драфт. Пойдемте драфт реально поиграем, лол. А, похуй. Вот такой драфт получился, хуёвый какой-то. Кстати, буфонище добавили. Топ. Поехали. Да мне надо оптимальную программу составить. Сам составлю программу. Оптималку. Буду качаться. Всем пока. Я домой. А? Какой гол забил красивый. Просто на раскатке. Ну, один аккаунт у меня бездонатный будет, но я его попозже. Может завтра, кстати, начну бездонатный аккаунт. А, нахуй. А, может завтра начну бездонатный аккаунт. Мальчик, что ли? Он похож. Фух. Я хотел, чтобы он между дал, пиздец. О, тики-така, поехали. Здорово, акулыч, нашел тех, кто тебе крышку бензобака вскрыл. Да? Почему на платку машину не ставишь? У нас в Самаре же копейки стоят. Блядь. Нихуя не поменялось. Это всегда так было. Для меня дохуя изменений. Блять. А мне пофиг. Блять, что нахуй? Ну пизда, ну что это? Я почувствовал, что могу догнать. Ну давай, Марата. Да! Сука, под припев, блять. Но почему говном продолжил он вонять? Духами весь его обман.
ждал 2 сентября. Да! Хорошо, блядь! Вот это камбэк! Пиздец, у него жопа сгорела по-любому. Он только что, блядь, выиграл, уже проебал. Он здесь не работает. 3 победки, алло, блядь! Алло, блядь, кефир, блядь, сейчас ебало нахуй, говорит, блядь, даже ты, блядь, одну победку в драфте не выиграет. Смотри, блядь, алло, кефир, нахуй, передайте клип, сделайте, передайте, блядь, этому кисломолочному, блядь, через ВН, нахуй. 3 победки сделал, алло, долбоёб. А, убийца, борщ, блядь. Давай, отправьте ему клип, сделайте клип, блядь, пусть посмотрит, нахуй, 3 победки сделал, алло. Алло, чё с ебалом? Чё с ебалом, блядь? Говорит, ты даже 3 победки сделал, я в драфтах 3 подряд сделал. Алло, в драфтах, нахуй, ты ещё даже не отбор, блядь. Так, 2 пака за 2000 FC Points. Я как чувствовал, что что-то хорошее могут выпустить. ЕЭшники, непродаваемые наборы, 25 золотых игроков. В среднем 80 или выше, 2 гарантированных 83 или выше, плюс 3 редких в аренду 80. Неплохо. Поехали. И это волкаут, фу, спасибо. ЦЗ, Португалия. Рубен Диеш. Рубен Диеш, похож. Да, это Рубен Диеш, ребят. Сколько он стоит, Рубен Диеш? Йоу. Неплохо. Лайк, хороший пакетик. Рубен Диеш стоит у нас 20 тысяч. Неплохо. Вау, мне упал Кейн, я очень рад. Бля, в Сингапуре... О, это Гулит! Не, гендузи. Прикиньте, блядь, в Сингапуре нельзя материться. Я в ахуе, там, блядь, просто вышел бы с аэропорта, нахуй, и сразу в сезон. 5 наборов, найс. Ну, мы вот как раз сейчас 2 наборчика, 3 наборчика откроем. На 3 набора хватит. А что там было свечение? Опять я пропустил. Трапеция, была трапеция. Кто это? А, блять, Эндер, мы уже ловили. Нихуя себе наносится. Только это вратарь. Санчес. Нихуя себе Санчес поменялся. Похуй. Так, last pack. Ну сегодня и... Пиздец. Ну ладно, пойдемте состав строить. О, Сабицер, кстати, нихуя себе. А, он нихуя не стоит. Нихуя себе. Это я в прайме. Это я в прайме. Я что, Игорь, блядь? Игорь, что с тобой? Игорёк, блядь, нормально всё? С Турции приехал всё? Сыгранность футболистов. Ну, это я знал. Бля, заебись. Мне нравится новая система тактик. Я думаю, это будет интересно. Блядь, просто... Какой же мы матч сыграли потный в драфтах. И... У меня Windows, короче, начал обновляться, и файл закрашился, пришлось делать нарезку из стрима, поэтому качество, может быть, не топовое получилось. Ну, похуй. Что теперь говорить, да, похуй. Короче, дивизионов прям вообще пиздец, тяжело получается играть, но, не знаю, ждем отбор ВЛ. Подписывайтесь на канал, и здесь я буду делать нарезки, естественно, как всегда, блин, здесь 7 тысяч просмотров, ё, нарезки. Может, больше 7 тысяч будет, а? Будет 15 тысяч, я буду доволен. В уже нынешней реалии. Ладно, все, всем пока.